Всем привет! Всем привет-привет! Вот я в нашей школе Фоксфорд получила такой курс этикета. Курс школы этикета для учеников 1-4 класс. Мы сейчас с Дианой будем его проходить. Мне очень интересно. Если вам интересно, мы с вами. Культура свидания на лиге. Нажимаем. Вот. Вижу ваше. Приветствие, привет. Здравствуйте, кто-то плюсики ставит. Хорошо. Ну что ж, давайте знакомиться. Вот нас приветствует с вами герой Оксфорда. Да, и говорят нам привет, и мы им тоже говорим привет. Меня зовут Ирина Борознова, я преподаватель по этикету и хорошим манерам. Занимаюсь этикетом достаточно давно, преподаю этикет как. Ну что же, с вами мы познакомимся чуть попозже, а сейчас давайте поговорим, что же такое этикет и зачем он нужен. Поставьте, пожалуйста. Вот она что делает на руке. Мама, да я не хочу его смотреть. Почему? Мне неинтересно. Ей неинтересно его смотреть. Да мне неинтересно, мама. Этикет – это определенные правила, как вести себя взрослым и детям в обществе. То есть, попросту говоря, правила поведения людей в обществе. А как вы думаете, зачем вообще современному человеку, взрослому или ребенку знать правила этикета? Зачем они нужны? Зачем нужны правила поведения? Вежливое поведение. Да, не знаю. Вежливость быть. Угу. Это что, плохо вежливой быть? Нет, я не говорю, что это плохо. Ты имеешь в виду, Мария, сколько я занимаюсь этикетом? Достаточно давно. Больше 10 лет. Так, напишите мне вкратце, зачем же современному человеку знать правила этикета? Кто-нибудь может написать? Тут дети. Чтобы оставаться вежливым, конечно. Я тоже. Это так, на запись, если попадаешь, тебе пишут. Будут уважать. Тоже верно. Уважать. Угу. Другие так. Будут вежливых людей? Конечно. Да. Чтобы быть вежливым, конечно, ведь будет. С вежливым человеком намного приятнее общаться. Да? Правила этикета, знание этих правил помогут стать вам более уверенным в себе, более общительными, а следовательно приобрести больше друзей. Да? Также знание правил этикета помогут вам выходить из каких-то сложных или конфликтных ситуаций. Да? Хорошо. Угу. Да, чтобы быть вежливым, молодцы. Итак, откуда же произошло у нас с вами понятие этикет? Был такой король во Франции, Людовик XIV. Про короля слушаешь? Правда, да, он... Людовик XIV. Так, секундочку. Угу. Правил он во Франции, и вот однажды на одном из придворных приемов он пришел в ужас. И деловой этикет. Так, мы поняли, что у нас есть придворный, дипломатический, светский, деловой этикет. Деловой этикет у нас бывает на работе. А у Диани? А еще этикет у нас получается, мы поняли, что Людовик XIV увидел, как его... Народ отрастил бороды, общаются плохо. И он начал вот эти правила выпускать на этикетках. Вот таких этикетках на этих, да? Поэтому оттуда и пошло слово этикет. Вот, оказывается. Кто будет выше по статусу? Кто будет старше? Учитель. Учитель, да? Поэтому мы будем слушать учителя, да? Или, например, на работе начальник и подчиненный по статусу выше будет начальник. Поэтому все подчиненные будут слушать, что же он там говорит. У меня на уроках рисования кого хорошо, слушаем? Хорошо, двигаемся дальше. Итак, этикет – это прежде всего безопасность. Смотри, это уважение, удобство, безопасность. Мы слышали, конечно, много раз это слово, да, кого мы уважаем. Уважаем, на самом деле, мы всех, да, и старших, и младших. Угу. Да, мы всех уважаем. Да, конечно. Точно. То есть с уважением относимся к другому человеку. Да. В этикете также многие правила связаны не только с уважением, но и с удобством. Вот, допустим, представьте, что вы пришли в какой-то супердорогой ресторан,
или, может быть, в фильме, да, видели эту сцену. А на столе у нас множество приборов разных форм. Ты в ресторан пришла, слушай. И мы можем растеряться, что же чем есть. Для чего это все придумали? Непонятно. Почему нельзя взять все одной рукой и съесть причавкивающе? Зачем же столько приборов? Угу. На самом деле все это сделано для удобства, потому что каждое блюдо удобнее есть определенным прибором. Ну, допустим, совсем неудобно есть суп вилкой, да? Или совсем неудобно есть, не знаю, мясо ложкой, да? Или, например, кто любит суши и роллы, чем мы обычно едим, да? Палочками китайскими. Китай. А если мы будем использовать какие-то другие столовые приборы, да, то все у нас может осыпаться, да, как-то это будет не очень красиво. Угу. Кто первый входит в лифт? Кто в лифт первый входит? Дама или кавалер? Дверь. А, дама или кавалер? Кто как думаешь? Дама. Дама, как кавалер? Напишите Д или К. Кавалер. Все дамы пишут. Дама, мнения разделились. Ну что же, правила этикета связаны с безопасностью. А лифт считается средством повышенной опасности. Поэтому по правилам первый входит кавалер. Мужчина, мальчик, да? Входит, да, все хорошо, не упал, а потом уже входит дама. Взрослый или ребенок, напишите, вы взрослый или ребенок. Кто входит в первый, взрослый или ребенок? Взрослый. Ага. Взрослый, почему? Так, ну и здесь все в основном правы. Конечно, первый входит взрослый, опять же проверяет, да, все ли в порядке, а потом уже ребенок. Молодцы. Угу. Так, хорошо, двигаемся. На слайд. Смотри. Человека, который находится на фотографии и сидит. На Пушкина немного похоже. Кто знал, может сейчас написать. Константин, да, Юрий Гагарин. Кого Константин? Прочитай внимательно. Космонавт. Кто узнал, напишите, кто это. Никто не узнал, у нас Диана не узнала. Я узнала. Смотри, как он кушает. Кто будет первый? Татьяна. Так, Татьяна. На завтрак английская королева пригласила. Чай с лимоном. Угу. Юрий Гагарин выпил чай, достал дольку лимона и съел ее. Как вы думаете, что на это сказала английская королева? Или как она отреагировала? Что сказала? Подумайте немного, напоминаю, что... У тебя правила этикета плохие. Не надо было есть лимон. Да. Да, к сожалению, была. Ага, невоспитанность, сказала Мария. Нет этикета. Да, Юрий Гагарин был далек от этикета, ему просто было не до того. Я же говорила, нет этикета. Нужно было готовиться к полету в космос, да, тренировать свои мускулы, свое физическое здоровье, неправильно этикета. Ну что же сделала английская королева? Как она поступила? Добрая, да, она была добрая. Она улыбнулась. Она повторила. Егор был первый, поаплодировали. Действительно, английская королева повторила. Сделала так же. Так, спросите, а почему? И не только вы спросите, многие потом ее спросили, да, почему она так делала. На что она сказала, вы знаете, я не хотела ставить Юрия Гагарина в неловкое положение. Это единственный человек, который побывал в космосе, и ему можно все. Вот так вот она ответила. Понятно? Мне тоже все можно. Пошло такое понятие, как пить чай по-русски. То есть выпить, съесть дольку лимона. Да, когда я задаю этот вопрос малышам, у них бурно развивается фантазия. Они мне иногда говорят, английская королева взяла ремень и отшлепнула. Да, фантазия, потому что... Опыт. Конечно, нет. Потому что это свой личный бедный опыт. Двигаемся дальше. Давайте этикет сейчас поговорим про этикет приветствий. Предлагаю смотри, вам немножко поразмять. Они так вот встают ровненько, да, Япония. Ручки по швам, и они делают легкий поклон. В Индии тоже, да, легкий поклон, но ручки перед собой, да, в такой вот намасте, да. Например, американцы.
Но американцы, кстати, по-разному приветствуют друг друга, но в основном они могут вот так вот помахать, да, показать всю свою белоснежную улыбку, да, и сказать «Hello!», да. А «Hi!». Итальянцы, допустим, они очень эмоциональные, даже если они не очень хорошо знают человека, при приветствии они могут его обнять, как старого знакомого, да, даже в щечку поцеловать. Некоторые племена до сих пор приветствуют друг друга и трутся носами. Вот так вот смешно. Ну что же, галочка такая. Давайте так, встали и слушаем мои хлопки. Если я хлопну один раз, давайте поприветствуем друг друга, как в России. Скажем, добрый вечер. Если я хлопну два раза, то приветствуем друг друга, как в Японии. Поклон. Если я хлопну три раза, мы сделаем... Кто первый должен приветствовать? Девочка. Да. Бабушка. Бабушка или девочка. Кто первый кого поприветствует? Да, второй. Д, девочка, Б, бабушка. Ну, так, девочка, ты сказала, вторая картинка. Девочка, девочка. Все пишут молодцы, девочка. Молодцы. Да, я угадаю. Ребята, абсолютно правы. Итак, первая поприветствует девочка, потому что правило звучит так. Младший по возрасту, первый приветствует старше, да, то есть девочка может сказать «Здравствуйте», да, «Здравствуй», ну, если в данном по случае знаком. По правилам этикета, так, знаком, уважение, да, правило уважения может. Или «Добрый день», «Доброе утро», «Добрый вечер». Угу. Так, вторая картинка, встретились два приятеля. Кто на первый? Самом деле, вторая картинка, здесь не важно, кто кого первым приветствует, потому что они одинакового примерно, возраста. Примерно, да, одинакового возраста и одинакового пола, да, два мальчика. А здесь тот, третий. Кто вежливый. Да? Третий. А вот на третьей картинке есть такой нюанс, где мальчик и девочка. Конечно, здесь тоже можно поприветствовать как бы тот, кто вежливей, но вот если прям по правилам, как вы думаете, да, по правилам все-таки мальчик, молодой человек, мужчина, первый приветствует девочку, девушку, да, да. Тоже может ей сказать привет, здравствуй, добрый день, да, в зависимости от того, насколько они знакомы, да. А девочка, хорошо, на четвертой картинке, так, уже вы мне пишете, что дети, в принципе, дети. Давайте представим, что учитель пошла в класс. Урок. Учитель. Вот она входит в класс. Учитель. И дети ее приветствуют, или учитель? Учитель, конечно. Учитель. Потому что... Здравствуйте, ребята! В помещении всегда первый приветствует присутствующих. Учитель входит в класс, говорит, ну, допустим, «Здравствуйте, дети!» И дети говорят там «Здравствуйте, Марья Ивановна!» Или, допустим, как мы делали в школе, мы вставали и делали просто вот так его головой. То есть мы не кричали, да, «Здравствуйте!» Но во всех школах по-разному. Но входящий в помещение первый приветствует, независимо, кто находится. Да? Интерактив. Давайте немножечко поиграем. Не интерактив. А что это? Так, это просто задача. Вот это решим. Познакомимся с вами, а потом будет наша игра. Девочка. Для того, чтобы мальчик и девочка. Имя. Необходимо. Мальчик и девочка. Чтобы... Первое, назвать свое имя. И давайте называть свое имя не просто Маша, Даша, меня Аня, зовут Маша. Петя, да, Оля. Соня, да, а называть свое полное имя и называть я Диана. Гордостью. Ничего не изменилось. Да, то есть меня зовут Ирина, меня зовут Мария, меня зовут Иван, да, вот с гордостью. Да, ну, так. У тебя ничего не изменилось? Да, я Диана. Так, вот у вас уже... У тебя тоже ничего не изменилось? Меня Ника назвала. Да? Меня зовут Василиса, меня зовут Мария, напоминаю, что имена... Пишем с большой буквы. Да, меня зовут
говорит. Меня зовут Диана. А что такая улыбка вообще приветливая? Диана. Можно поздороваться. Да, либо сказать рада знакомству, как мы уже сказали. Рада знакомству, да? Очень приятно. Рада знакомству, меня зовут Диана. Итак, можно сейчас потренироваться, да, предположим, встать. Легкая улыбка. XP, да? И громко представьте. Меня зовут Диана Мазитова. Я люблю котиков и попугов. Это уже будет звучать. Все? Поэтому распрямили спинку, легкая улыбка. Ну это легкая улыбка, у тебя легкая улыбка? Легкая улыбка. Больше всего любите заниматься сверху. Давайте попробуйте. Как комплимент, наверное, вы знаете, что про комплименты, у меня правила есть на уроке, Диана. Да, это я знаю. Комплимент это когда мы отмечаем то, что нам очень нравится в другом человеке. Да? В каждом человеке есть что-то хорошее, и мы это можем отметить. Но комплимент не всегда бывает удачный. Вот посмотрите, у нас есть такой мальчик Вова, да, который сделал комплимент трем участникам. Но как-то эти комплименты, по-моему, у него не очень удались. Посмотрите, первый комплимент, да, Мария Ивановна, вы выглядите сегодня просто великолепно. Казалось бы, какой хороший комплимент. Что же здесь не так? Сегодня. Наверное, сегодня. Так, опустил глаза. Да, сегодня. Ага. В принципе, комплимент, ну, сам по себе хороший, да? Но согласитесь, что он немножечко неправдив, да? Выглядит сегодня выглядит. Сегодня не очень, да, великолепно выглядит. Согласна. Волосы. Еще я это и подозревала. Уголки губ опущены, что говорит о том, что она... Я это подозревала. Сердце, да? Поэтому комплимент не совсем правдивый, да? А что можно было сказать? Что, допустим, что можно было сказать? Очень к лицу, да, это кофта, этот цвет. Это... отметить. У вас хорошая кофта. Так, давайте поговорим про цвет. Хорошая кофта не бывает такой. Красивая кофта. Цвета, такая да. Красивая в этом платье, не то, что в школьной форме. Не то, что в школьной форме. Бы, первая часть комплимента удалась, но потом наш Вова испортил, да, все. Сказав не то, что в школьной форме. То есть подразумевается, что в школьной форме наша Света совсем не красавица, да? Вот такая. Поэтому можно было просто сказать Света. Ты такая красивая в этом платье, да? Да. Так, и следующее. Еще напоминает парик. Прическа, которая напоминает парик. Вот если вот так здесь, я думаю, он тоже вроде бы хотел сделать комплимент, но немножко вот так перестарался, да, так, потому что классное прическа, всем нравится, когда их волосы сравнивают с париком. Все знают, что такое парик, да? Такие накладные волосы. Как правило, очень густые, такие очень жесткие. А тут две Светы. Поэтому можно было просто отметить, да, что вот у нее две Светы. Красивая прическа. Красивая прическа. Взрослый, да, ну, либо кто-то, может быть, даже из младших. Задание выполняем? Да, вам нужно повернуться к этому человеку и сделать ему комплимент. Мам. Мама, у тебя очень такие красивые глаза. Можно отметить то, что спасибо. Вам давно нравится, но вы никак длинники, а ты очень длинники. Сказать, если рядом спасибо. Никого нет, и сережки у тебя значит, красивые, тебя не очень вы оставляете да? задание, как только и тебе поле вашего зрения появится. Классная, красивая. Тот а, спасибо. Делайте ему комплимент. А ты... Очень красивая девочка. А еще ты очень умная девочка. Я хочу, чтобы вы очень классная, добрая ты такая. Ахерена. Очень. Да? И понаблюдайте за реакцией. И что ты мягкая. Я мягкая? Да. Так, хорошо. Ты умная, ты способная, у тебя дальше. Очень талантливый голос. Ты очень талантливый, так, голос ну у тебя классный. Кстати. Ахерена. Так, а у нас... Интерактив, скорее. Что такое интерактив? Что это такое? Интерактив – это задача на XP. XP можно деньги переводить, но я не знаю, сколько их денег. А, на XP? Вот, смотри, смотри. О, соотнеси название так, этикета хорошо, с местом, где он используется. Семейный этикет за столом. Семейный. Этикет в школе. А что ты не дослушала? Светский.
Она с открытым ртом осталась. Этикет дома. А, нет. А, этикет за столом столовый. Этикет дома семейный. Этикет в театре. Этикет в школе деловой. Да, а в театре? Светский. Светский, правильно. Интерактивная задача. Отвечаем. Кошкину. Все верно, задача без подкана. Диана сразу XP получила, да? 25. Удовольствие. Итак, вам нужно соотнести название этикета с тем местом, где он используется. Диана уже ответила. Да. Молодец. Давайте еще одна задачка сейчас. Еще я вам одна задачка тебе. Да. Выбирай. Напоследок. Да. Приветствую. Вам выберли нужно правильный ответ. Вариант ответа. Нет. По дороге в магазин ваша мама встретила свою знакомую и поздоровалась. Ну, допустим, сказала «Привет» или «Здравствуй». Вы поздоровались с ней. Правильно или нет? Встретив пожилую знакомую соседку с первого этажа, допустим, выбери правильный вариант. «Привет!» Ведь вы же живете в одном доме. То есть вы ее знаете, поэтому можно сказать «Привет», да? Если в автобусе вы увидели свою подругу из школы, нужно ей крикнуть «Привет», допустим, «Маша», вот. «Елена», чтобы она вас услышала. Встретив свою учительницу на улице, подождите, когда она первая с вами поздоровается и заговорит. Я уже ответила. Вариант ответа. Какой ответ у тебя? Правильный, вот. Соответственно, смотри. Ответ отвечать, да? Один правильный, остальные три неправильные. Да, отвечать? Так, что-то много неверных ответов. Давайте вспоминайте мы с вами. Почему неправильно ответила? Не знаю. Наверное, все. А первое, значит, по дороге в магазин ваша мама встретила свою подругу, вы поздороваетесь вместе с ней. Давайте ждем еще немного. 17 учеников решили задачу. Достаточно с вами. А что это 10 XP? Забрали? Нет. Так, я получила. Мария плохо прочитала. За неверно? Да. А тут что думаешь, у меня там в 0 XP было? Я еще вам озвучила, чтобы вам было легче. Плюс, мало было, очень было XP у меня. Нажав на значок. Ну что, давайте обсудим, да? Итак, по дороге в магазин ваша мама встретила свою знакомую, поздоровалась. Правило этикета звучит так. Если кто-то с вами рядом идет и поздоровался, то вы также должны поздороваться, даже если вы этого человека не знаете. Поняла. Да. Поэтому вы тоже даже скажете, если вы человека не знаете, нужно поздороваться. Встретив пожилую знакомую соседку, допустим, сказать «Привет». Конечно, нет. Да? Недаром я сделала акцент «пожилую». Почему а «Привет»? Людям, ну... Мы обращаемся на «вы». Соответственно, здравствуйте. Мы скажем «здравствуйте», а не «привет». Да, или «добрый день», «доброе утро». Да, Диана у нас говорит и пожилым, и старшим, и молодым. Привет! Привет! Если вы увидели свою подругу, нужно кричать на весь автобус, чтобы она вас заметила. Ни в коем случае, да? Тем самым вы можете помешать другим пассажирам, и вообще это некрасиво, да? Если она вас не видит, ничего страшного. Если она вас увидела, можно кивком головы, да, так вот сказать «привет», да, поздороваться. Встретив свою учительницу на улице, подождете, когда она первая с вами поздоровается. Вспоминаем. На улице же. Младший по возрасту первый приветствует старших. Младший по статусу тоже первый приветствует статус. Хочу немножечко вам рассказать о курсе, то есть что мы будем проходить в течение 3 месяца и что же мы узнаем за эти 12 занятий. 3 месяца хочешь этикет изучать? Кстати, можно позвать родителей, если они в течение занятий не присутствовали вместе с вами. Присутствовали, все поняли. Так. Да. Что же мы узнаем? Так, кстати, я еще не попрощалась. У нас еще в конце, да, с вами будет еще не расходимся.